Анонс и точная дата выхода второй серии нового турецкого сериала «Судья». Вторая серия сериала выйдет в эфир 4 апреля. Напомним, ранее в сериале мы видели, как главному герою пришлось с большим трудом выстраивать свою карьеру на честном слове. В итоге ему удалось добиться безупречной репутации. Он был честным судьей и всегда стремился добиться самого строгого наказания для тех, кто совершил преступление. Ведь самое главное, чтобы справедливость восторжествовала. Но однажды в жизни главного героя происходит переломный момент, и он оказывается перед очень сложным выбором. Его сын совершил дорожно-транспортное происшествие, и когда понял, что погиб человек, то сильно испугался. Парень не нашел другого выхода, как просто сбежать, и не стал звать на помощь. Отец был шокирован таким поступком своего сына. И он, как честный государственный служитель, требует немедленного отправиться в полицию и во всем признаться. Ситуация вскоре усугубляется из-за того, что, как выяснилось, погибшим оказался сын одного очень влиятельного человека, который связан с криминальным миром. Также люди никогда не просят подобного, и для них будет слишком мало то, что виновник понесет наказание в тюрьме по закону. Криминальный отец намерен отыскать того, кто отобрал его сына, а затем сам решит, как ему отомстить. Напомним, вторая серия сериала выйдет в эфир 4 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.